Доброго времени суток, дорогие друзья! Наконец-то формат влога, формат на новую камеру, я ее купил. Наконец-то это свершилось. Новый выпуск армянского смака. Мы с Натальей сегодня готовим очень что-то вкусненькое. Что-то вкусненькое, что готовим? Вопрос на засыпку. Как вы считаете, что мы готовили, смотря на этот след? К нам прилетало НЛО. Или это следы чьей-то пакости? Сейчас еще 18+, порно подъедет, в общем. Итак, что мы готовим сегодня? Мы готовим тирамису с бананом и шоколадом. Ох, это звучит очень сексуально, прям вот. Класс, очень вкусно. Сегодня мы решили снять не стационарно, как в тот раз, когда мы сидим за столом, как будто мы два отличника и руку тянем ответить. Вот, сегодня мы решили в таком формате. Я буду в основном оператором, монтажером, стриптизером. Наталья у нас ведущая. Немножечко. Интриги. Итак. Чего вы подглядываете? Ну давай, ладно, упомянем автора. Итак, мы подглядели этот рецепт у... У. Да у. Наверху. Нет, это тоже нет, вот. У рецепты Тома, вот. Видите, рецепти Тома, вот. Очень прикольный рецепт. На вкус как мы вам поделимся, конечно же, после этого. Надо чуть протереть камеру. Так. Сколько у нас есть времени ошибаться, перезаписывать? Не знаю. Так, значит, первое масло взбиваем около 5 минут с сахаром. 150 грамм сливочного масла положили. Так. 200 грамм сахара. Собственно, масло мы положили уже 150 грамм. Почти вся пачка масла ушла. Что обидно, купил ты такое масло, и все, да, его уже нету. Так, сахара. 200. 200 грамм сахара. Оп. Нужно 200 грамм. 200 грамм. Пау! Динго-бонго, динго-джонго. 200 грамм есть. Далее. Что мы делаем? 5 минут взбиваем. Взбиваем 5 минут. Сахаром, солью и ванилином. Подожди, еще. Соль, ванилин. Еще соль, ванилин. Совсем не готова, да, походу, к съемкам? Ты все обрежешь. Да, конечно. Ванилин. Быстренько ванилин. Вот так вот все надеются на монтаж, не могут все в лайве все это делать. Ванилин. Хотя у нас не прямой эфир, ладно, я не буду выеживаться. Закончился срок годности. Нет, 5 грамм. 5 грамм? Всю пачку, что ли? Нет, пачку 10. Так. Вот здесь можно на глаз. Окей. Так, короче, надо все это быстренько взбить. Так, значит, мягкое масло. Взбиваем 5 минут сахаром, солью, ванилином. Все, взбиваем. Сейчас кот будет взбивать. На. Не надо никуда смотреть. Нет. А как он снимает, я даже не вижу. Ну ты как профессиональный оператор должен понимать, где у нас камера, где у нас идет съемка. Надо держать профессиональный повар. Кого? Мисочку. Ну я держу. Ну ты держишь. 5 минут взбиваем. На 5? На 5, на 5. Ну ты поставь, взбивай просто и все. Это серьезно просто. Ну только не так близко, а то у меня будет нос картошки большой приближенный. Как темно, мне кажется, у нас здесь для этого. Нам нужна лампа. Наша фирменная лампа из Мирана, да? Да. Так. Еще одну покрыла. Еще дали вылезть без того, зачем бананы. Итак, спустя время у нас... Спустя 5 минут мы можем закончить. Главное, чтобы сахар у вас растворился. Я тут спорил, что
так и так, что можно уже, кажется, что все в холодном масле не растворится. Вот. Наташа говорит, как опытный кулинар. Говорит, что ты говоришь? То, что поэтому мы это делаем чем? Блендером. Чем? Миксером. Поэтому мы делаем блендером, миксером вот этой вот замечательной вещи. А не вручную. Я обычно просто вручную все мешаю. У меня таких вещей раньше не было. Но спасибо, спасибо. Что еще? Хрустит? Угу. Еще хрустит? Ну, я уже не знаю, я уже немножко устал, но вот, вот эта мощь, уверенность в себе. Я просто боюсь такой скорости, что это... Смотри, не скорость, но это не перемешается. В момент, пока я мешал, Наташа подготовила яйца. Давай, и сняла пюре банана. Так еще не готов. Давай. Яйца? Да. Давай бананы. Второй рукой вилку. Давай. Запах просто уже очень вкусный. А это еще не добавлялось в тесто? Или его не будет? А? Какое тесто? Просто вы видели, сколько было разочарования в этом лице? Как мы будем без теста? Это и есть тесто, кош! Хотя ладно, это было разочарование во мне, что я такой... Так. Yeah, baby. Так, давай, держи вот так. Че, еще что-то мешаться будет? Мука же еще. А мука будет, да, все-таки? Конечно. Ну, как я и сказал, мука. Орешки. 200 грамм муки, 1 чайная ложка. Заранее подготавливает только одни молочника на кислоту. Может, конечно, у вас можно 200 грамм отмерить. Почти 200. Почти. Ладно, ошиблись. Мы добавили 1 чайную ложку разрыхлителя. Все это между собой перемешиваем. Сейчас мы добавим все в наше тесто и будем готовить крем. Итак, уже я довел все вот до такой приятной однородной массы. Натали у нас измельчает орешки. Мы сейчас их будем добавлять сюда же. Будем все измельчать, смешивать и приводить в однородную массу. Ждем. На маленькой скорости просто перемешать все. Просто это. Профессионал взялся. Заделался. У меня же просто рука трясется от этого блендера. Thank you.
сахар. Ну что, поставь. Я так ждал реакции. Такое. Так. Так, ну поехали. Ну давай. Я думал, у тебя руки тоже заняты были. В смысле? Ну туда поближе давай. Поближе давайте. Ну или оставь, ладно. Нормально все тревога будет. Не факт, что будет все видно. Как он так сделал? Парище. Все? Ну, разровняй все. Аккуратно прямо, ты очень грубо делаешь. Ровно, чтобы ровный слой, не выше, ниже, а ровный. Тебе же здесь. Просто на бумагу не заезжать, бумага будет гореть, пускай у вас сердце. Может поменяться пора? Я в художественных делах не очень. А чья у нас кисмак? Я про вот это. Вот, неотъемлемая часть. Декоративная. Но это не декорация. А что это? Это просто разровнять тесто. Это приведение в нужный вид. 180 градусов, печка готова. Ставим. А на что ставим? На решетку? Так, решетку. Сначала решетку. На нижнюю или на вторую? Так. Чтобы не пригорело. Итак, мы поставили, получается, на 180 градусов до готовности. Сейчас мы будем делать соус. Итак, соус, крем, майонез. Как еще можно его назвать? Закрой рот, не говорит Наташа. Взбиваем сливки 300 грамм. До загустения. До загустения. Держим одной рукой кастрюлю. Держим одной рукой кастрюлю. То есть взбиваем отдельно сливки, отдельно сыр с пудрой. А можно так делать? Рука уже все устала. Пойдем дальше. Да. Нет? Я тебе перевернешь, а не ухожу. Можно оставить, можно. Ха-ха-ха. Давай. Так, у нас выбрали, что меня оставили. А? Итак, два желтка, пудра, еще пудра, и получается наш соус. А, еще сыр маскарпон. И далее? Ты прирожденный просто ведущий кулинарного блога. Это и далее? Да. Давай, взбивай. Ну, поэтому армянский смак. Здесь все не как по сценарию. Вот это да! У нас тут эффекты монтажа. Дымится! Яйцо в пудре дымится. Кто закурил? Коленчик. Сколько?
Он сладкий сыр? Пробуй. Ты его ела когда-нибудь до этого? Ну, с ним десерт вообще готовить не будет. Ладно, скинь. Ну, венчиком. Да. Вау, какой нежный. Итак, добавляем кого? Сливки. Взбитые сливки. К? К пудре желтка мы с сыром. Да. Суммарно получается вот такой вот. Крем. Крем, напоминающий цвет ванильного мороженого. Так. Вот такой интересный инструмент получился у нас для растопления шоколада. Это мы добавим в наш... Что ты боишься? Куда добавим? А! И еще этим такую суперацию. Куда мы добавим? Твой прессок. Мы добавим это в наш кекс, в наш соус. Так, спустя 10 минут вот так выглядит наш тирамисная основа. А мы пока ждем шоколад. И в тот момент, пока у нас растапливается шоколад, наш тирамису, наш соус, где он у нас? На холоде. Это лайфхак, чтобы не пропал. Итак, после процедуры водяная баня у нас получился такой замечательный шоколад. Вот такая вот курочка с картошкой. И я порезал бананы. Итак, следующая процедура. Мы ждем кексы, разрезаем их на несколько частей. Каждый корж мы должны смазать, получается. Пропитать кофе, крепко сваренным кофе. Главное не перепутать и не употреблять внутрь. Вот, крем... Ой, блядь, ой. Короче, да, конец. Корж смазать кофе, потом мы кладем туда... Ого. Это когда камера увидела твои булочки. Вот, потом мы кладем бананы, смазываем все соусом, сверху еще шоколадом. Вот так вот, женщины вот так вот поступают. Слушай, женщины сейчас будут о готовности кекса справляться. Да, мужчины собирайте. Итак, что мы делаем? И как мы кружим его так? Понятно, так. В общем, остыли наши коржи, мы их разрезали, подготовили бананы, то, что было раньше упомянуто. У нас вот ждет чоколад. Я сейчас речу не очень знаю. Окей. Карабите. Так. Так, ты мне обещал напомнить слои. Так, первый слой кофе. Чики слюнки-то капают. А? Нет, не капают слюнки. От кофе такого нет, она горит. Горик. А котик малыш, малыши такое не пьют. Так. Что делать дальше? Шоколадку. Нет. Банан, потом соус. Потом шоколад. Ну, повторите пройденный материал, придете, расскажете. Тут, а сейчас слюнки, нет? Угу. Можно уже, да? Угу. Давай свои бананы. Достаем. Что, тебе много? Речь шла об одном. Держи. Держи меня за руку и не отпускай меня. Что, у нас два слоя всего? Да.
готовить, кушать сладенькое или что? Зачем мы снимаем? Мне нравится готовить. Поднимается настроение после еды. Кофе? Молодец! Каш! Ты красавчик, Кош, ты все повторил. Нет. А видишь, оно сработало на подкорке-то, а? Подкорки. Давай попочку мою сделаем. Давай. Итак, последний у нас. Жесты. Или что это? Этапы. Действия. Ну, так, снова дизайн. Шоколад. Отправляем на балкон в холод на ночь и утром попиваем с чаевочком, с кофейком или просто или с горячим шоколадом. Нет, а тут и так шоколад есть. Шоколадье. В общем, такой толщины получился у нас пирог. Ну какой пирог? Кису? Тирамису называется. Я был не прав, это не последний этап. У нас еще ждет посыпка какао, потому что... Потому что гладиолус. Потому что бананы. Потому что бананы. Гладиолус. Ну потому что тирамису посыпают сверху какао, собственно. А бананы пропадут. Куда же они пропадут, кису? Если их не покрыть майонезом. Нет, конечно, не пропадут никуда, но будет уже... Все тут, короче, в кремчике плавает такое все. И шок-шок, и банан. Итак, финальный штрих. Очень красиво все мутится какао. Мы делаем через просеиватель муки. У нас нет другого сита. Это можно есть? Прикалываем с соем. Да. У нас тут гость маленький. Эксперт. Маленький эксперт пришел. Он очень маленький. Когда у нас хорошо проверили. Ну все, все, хватит. Ну как-то так. Так, берем в руки. И куда мы с ним? Финальный кадр. Я прокинул со злости. На месте. И улыбка. Нет, стой, нет, стой. Ну, нормально, можно не кривляться. Три, дыши, два. Дыши. Отлично. Чё испекли, Кош? Итак, мы ставим на холод, на балкончик, на ночь. И с утра будем с чайком пить. Вот таким выдался наш армянский смак. Спасибо вам за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение, что бы вы хотели видеть в следующем видео, например, хачапури, может быть, армянский какой-нибудь, армянский, армянский народный еда какой-нибудь, вот. Ой, либо, если кто-то попробовал, может быть, если, может, кто-то попробовал тирамису сделать с нами, пишите свои мнения в комментариях, понравилось вам или нет. Всем спасибо за просмотр. Пока. Закрывай его лапкой. Камеру так.